Я думаю, что как раз это символично, что сегодня открывается форум Крымской платформы. Я думаю, что это главный, очень важный, очень, я бы сказал, емкий удар, по геополитический удар по кремлевским планам в деле, так сказать, оккупации Украины. Я думаю, что как раз те события, которые происходили несколько, значит, дней тому назад, активизация украинских вооруженных сил и партизанских движений, значит, в аннексированном Крыму, как раз дает очень хорошую, так сказать, хорошую основу для того, чтобы считать, что в скором времени Крым будет освобожден. И хотя бы минимально, как говорится, для российских оккупантов Крым станет, как говорится, таким же, я бы сказал, неуютным или, так сказать, некомфортной зоной, как в свое время, как говорится, это было по отношению, как бы, ну, надо сказать, если взять исторические факты, да, когда Крым был оккупирован, так сказать, белогвардейской, так сказать, армией и так далее. Так что я думаю, что в скором времени, как говорится, Крымская платформа еще более расширится. Это, я знаю, Грузия участвует в этом формате очень активно, и мы поддерживаем данный формат, потому что у нас абсолютно схожая, как говорится, проблема территориальной целостности и оккупации нашей территории. И мы солидарны с героическим украинским народом и украинской государственностью. И я думаю, что Кремль сейчас очень озабочен, потому что международная, как говорится, изоляция Кремля и то, что вся международное сообщество не поддерживает аннексию Крыма, даже такие одиозные, так сказать, марионеточные режимы, как режим Белоруссии, так сказать, Лукашенко, и даже, так сказать, Иран и так далее, другие, так сказать, я бы сказал, союзники нынешнего Кремля, они тоже, так сказать, не поддерживают данную, как говорится, политику Кремля. Я думаю, что говорит о многом. И я абсолютно, так сказать, уверен, что приезд президента Польши господина Дуды и еще приезд многих, так сказать, высокопоставленных политических лидеров тех стран, которые участвуют в этом формате, будет, так сказать, главная предпосылка того, что на завтра, завтрашнего дню, который запланирован очень важное мероприятие, как я знаю, к Дню независимости Украины, и те провокационные, так сказать, методы, которые Кремль как раз хочет устроить канун независимости, празднования независимости Украины, будут, как говорится, начисто как сметены, и абсолютно Кремль не сможет, так сказать, достичь тех целей, которых он сейчас так добывается. Так что я думаю, что в скором времени уже, так сказать, тот факт, что на боевых фронтах, то есть и во всех, так сказать, зонах боевых действий Россия уже теряет темп, и то, что украинские вооруженные уже переходят, так сказать, в активную, так сказать, сферу активной обороны, переходят в некоторых, так сказать, очагах боевых действий контрнаступления и дают сильный отпор российским оккупантам, и то, что фактически российские оккупационные войска до сих пор не могут, так сказать, переломить, как говорится, по их терминологии, не могут даже преодолеть, так сказать, украинскую, так сказать, зону Маннергейма, то есть это так называемая, значит, зона, начиная от Авдеевки, Бахмута и Мариинки, не могут даже преодолеть и, как говорится, продвинуться вдоль этой линии, дает хорошую, так сказать, основу того, что те заверения, которые говорил министр обороны Украины и главнокомандующий украинским вооруженными силами генерал Залежный о том, что, так сказать, в скором времени Украина перейдет, и господин Подоляк тоже говорил об этом, что вот критический, так сказать, момент произойдет именно в августе-сентябре, уже эта точка отчета уже началась. Я думаю, что украинские лидеры умеют держать свое слово, как и военные Вахтанг, тоже. да, действительно, то, что сейчас происходит на фронтах, мы видим, и также США, Соединенные Штаты, они говорят о том, что действительно к концу года мы уже можем, по сути, деоккупировать некоторые территории. Как вы считаете, получится ли у нас действительно к концу года уже получить наши территории в состав Украины?
Ну, думаю, что, к сожалению, это немножко, так сказать, долгоиграющая, как говорится, я бы сказал, игра, потому что все-таки враг очень серьезный, коварный и сильный. Это надо еще учесть. Но я думаю, что на этом этапе, как говорится, возможность деоккупации таких важных регионов, как Херсон, Мелитополь, и отчасти, как говорится, приблизиться, как говорится, к аннексированному Крыму, это, я бы сказал, очень реалистический сценарий. В том плане, что еще, так сказать, можно еще, как говорится, отодвинуть российские оккупационные войска от харьковского, так сказать, направления и защитить Харьков от дальнейшего, так сказать, продвижения российских оккупационных войск. Я думаю, что ситуация не изменится и в Донбассе. И то, что российские оккупационные войска не могут даже, так сказать, продвинуться, хотя бы, так сказать, так, пробегаются семимильными шагами, это для них является, я бы сказал, полной катастрофой. В этом контексте можно еще продвинуться и деоккупировать, в том числе и Луганскую область. Это тоже, так сказать, возможно. Так что в этом контексте, если к концу этого года как раз удастся вот эти, я бы сказал, военно-стратегические цели достичь, я думаю, что украинские вооруженные силы уже переломят, значит, стратегическую инициативу возьмут в свои руки. И в этом контексте в будущем году как раз будет возможно, как говорится, полная деоккупация Украины. И хотя бы восстановить тот статус, который обе государства имели в канун 24 февраля 2020 года. А вот ваше мнение по подрывам мостов, которые сейчас на юге Украины происходят, и также хлопки в Крыму. Вот что вы скажете, нам удалось перехватить инициативу? Ну, я думаю, что оперативно-тактическом уровне – да, в этом контексте – да. Потому что, во-первых, украинские вооруженные посеяли большой страх среди не только, так сказать, оккупационных вооруженных сил, но и среди того населения, которое фактически принимало участие в аннексии Крыма, это во-первых. Во-вторых, украинские вооруженные силы продемонстрировали, что они умеют использовать то вооружение, новейшее вооружение, которое, как говорится, были представлены западными странами. Это вот очень, я бы сказал, интересный фактор, потому что российские вооруженные силы не могут даже освоить свои новейшие военные технологии, не говоря уже о тех технологиях, которые они сейчас имеют на данном этапе. Вот это очень-очень интересный факт. В том плане, что украинские вооруженные силы более, я бы сказал, значит, находчивые, и более, я бы сказал, значит, умеют, значит, использовать и в короткое время то преимущество в том, что они более-менее короткое время осваивают новейшие технологии, это имеет очень важное, я бы сказал, геопсихологическое воздействие на противника. Это я хочу подчеркнуть очень, я бы сказал, четко. И в третьем плане то, что украинские, значит, вооруженные силы уже не боятся, так сказать, российских оккупационных сил, и фактически баланс сил уже восстановлен. Это очень важно. То, что сейчас на уровне всех фронтов, в частях всех фронтов уже происходит, я бы сказал, балансированные боевые действия, то есть украинские вооруженные силы и российские вооруженные силы, их, так сказать, потенциал уже, как говорится, уравновешен. Это уже очень важный факт. Вахтан, а возвращаясь к вопросу... дает возможность... Да. И это дает возможность того, что, так сказать, те геостратегические цели, которые я уже сказал, которые могут, так сказать, быть осуществлены в будущем году, это уже реальность.